От новой коронавирусной инфекции вылечили 11 детей. Все они вместе с родителями находились в стационаре городской детской больницы номер 2. Сейчас там находятся пациенты с подтвержденным COVID-19. Туда же направят и детей с острыми респираторными заболеваниями, которые контактировали с зараженными людьми. 29 апреля в стационаре находилось 30 пациентов. Из них детей 22 человека. Положительных на ковид-инфекцию 12 человек среди детей и 5 человек среди родителей. У 5 детей диагностирована двухсторонняя пневмония. Лечащие врачи состояние здоровья детей госпитализированных оценивают как нетяжелое.